Всем привет! Мы уже вышли из здания курсов, где мы записались, сдались. Вроде как мы пойдем туда. По времени они нам подходят удобнее. Здесь разные группы, разное время. Так что вот, идем. Буду дома, расскажу. Мы вернулись уже домой. Я сходила еще в Меркадон. Тут по мелочи купила что-то для себя. То, зачем уже не пошлешь. Купила шампунь, 1 литр, он стоит 1 евро. Очень классный шампунь, он не сушит волосы, мы его используем реально для всей семьи, и детям голову мою. Он очень мягкий, хорошо промывает, не сушит, вообще очень, короче, классный, хватает нам его примерно на всю семью на месяц, ну за евро это как бы вообще, считай, бесплатно. Купила бальзам для волос, вот такой вот, Guerlain Fructis. Не пробовала, я очень давно, кстати, не пользовалась такими бальзамами из масс-маркета. Я пользовалась в основном бюджетным профом. Вот. Но здесь пока я не знаю, где его искать. Как бы я вижу, что магазинчик есть, но пока не заходила. Не знаю, что я хотела попробовать, поэтому взяла пока такой. Пусть будет. Потом у меня заканчивается кокосовое масло. Уже совсем чуть осталось. И я взяла новую баночку, 4,50 она стоила. Я пользуюсь и на тело, и на лицо, не вызывает забивание пор, как крем, который я привезла с собой из России, внутри Сибирика, а он как-то чуть не очень, а бальзам 3 евро стоил. Купила салфетки, такие самые обычные, там, около 60 евро центов стоили, просто в сумку, чтобы лежали, всегда были с собой, и детям в школу, рюкзачки, там стали воду, салфетки, в общем, мы сходили же, отдавали документы. Во вторник, да. Во вторник мы ходили, сдали все документы и спросили, что нам надо, там на каком языке будет преподавание. В общем, такие все моменты уточнили. И вот взяла еще салфетки. Там еще по мелочи кое-что из продуктов, ну там уже на кухне я все это убрала. Так, ну и насущный вопрос по поводу курсов. Мы съездили, мы записались на новые курсы. Возможно, мы оставим и те, посмотрим. Но эти курсы более подходящие нам, скажем так, потому что там есть две группы, они в разное время, и как бы мы сможем попеременно ездить в разные группы заниматься. Сертификатом. Эти группы при правительстве города Валенсии, именно как бы это такие официальные курсы со всеми бумагами, там несколько уровней. Но на самом деле мы не поняли один момент, как бы вот эти 8 месяцев только курс А1 будет, или как-то, в общем, по семестрам там разные расписания, и на самом деле мы не поняли, но там очень много русскоговорящих, и есть те, кто уже хорошо говорит, понимает, но они как бы пришли туда, чтобы получить справку, именно бумажка нужна, сертификат этот. Они говорят, что типа каждый семестр будет экзамен, если вы сдаете экзамен, как бы вы можете типа получать следующий уровень. Но когда мы начали спрашивать у этой женщины, которая принимала документы, она сказала, вроде как, если совсем ноль, то как бы 8 месяцев до июня ходить. Ну, семестр будет длиться. В общем, мы немного не поняли этот момент. На самом деле это не так важно. Нам как бы главное идти изучать язык. Мы записались в разные группы. Если даже эти курсы останутся, которые мы первые ходили, а также на 4 часа, мы узнаем, возможно, будем ходить туда по очереди. И сюда будем ходить по очереди, но там мы, получится, будем пропускать, а здесь мы не будем пропускать. И, в общем, ну, как бы, чтобы с детьми решить этот вопрос, в общем, посмотрим. Либо мы какие-то дни ставим, либо мы будем ходить на оба. Как бы, но другому не мешает. Время у нас пока есть. Возможно, эти перенесут на утро, тут вообще будет тогда идеальнейший вариант. В общем, не знаю, посмотрим, но эти курсы уже начинаются 18 сентября, во вторник, через неделю. Я иду первая, я в первой группе, из-за того, что она идет вторник, пятница. В пятницу они заканчиваются намного раньше, чем в остальные дни, чтобы мне не возвращаться так поздно, как бы я пошла в первую группу, а Рома пошел среда, четверг. Идти надо в центр, не в центре, там как бы все такое очень интересное здание, я вам все это покажу. Немножко засняла, пока там все это сдавать документы, там ксерокопия буквально нужна и анкета, все, больше ничего не надо. В вторник приходишь, к нашему времени, аудитории, как бы расписание, все дали. Очень много русскоговорящих, не англичане, американцы, или англичане, в общем, там еще были и африканцы были, там два парня. В общем, достаточно разношерстно, очень много украинцев, русских. В общем, скучно оно не будет, я так думаю, как бы, потому что речь родная была отовсюду.
Вот, в общем, посмотрим, как оно будет. Надеемся, то, что если вы выходите туда, это даст нам какой-то больше бонус. Возможно, нет, возможно, да. Посмотрим. В общем, я не хочу ничего закладывать, но мы записались туда, туда, и 18 числа у нас начинаются первые курсы. И 16 октября мы идем на те, которые прямо возле дома. Это как бы этим в чем минус, надо ездить в центр. Ну, это всего два раза в неделю, как бы не так много, но и по времени они больше. И, в общем, даже за эти два дня выдается часов больше, чем вот каждую неделю будем ходить, а каждый, ну, 4 дня в неделю. В общем, все очень сумбурно, надеюсь, вы меня поняли. На этом я буду завершать свое видео, потому что мы немного подустали, уже время достаточно поздно, потому что там запись всего 2 дня, что ли, мы так и не поняли, потому что было 5 и 7 написано, и, по-моему, на следующей неделе 1 или 2 дня, как бы, и все, и записи больше нет. А кто был сегодня, сказали, только 5 и 7, даже на следующую неделю, это на следующей неделе-то другие должны записаться. В общем, информации много, причем мы не записи, это уже достаточно вечером, потому что сейчас уже 8 часов вечера, мы сейчас будем ужинать, я пойду салатик приготовлю, будем ужинать, будем отдыхать, будем разбираться со всей этой информацией, которую мы получили, потому что надо готовиться. Понедельник у нас школа начинается, и, в общем, жизнь обретает новый поворот. Это на самом деле радостно, потому что когда ты переехал и просто поменял место своего нахождения, а все осталось то же самое, это не так интересно. Сейчас мы с вами вливаемся в жизнь, в сообщество это испанское. Вот, в общем, так, ладно. Спасибо за просмотры, спасибо за лайки, за подписки. Я очень рада, что вам интересно. Обещаю, что будет еще интереснее, как только я буду узнавать какую-то большую информацию, я обязательно буду вам ее рассказывать. Вот, всем большущее, большущее спасибо и всем пока.